Движение на улице Ленина в Тюмени будет ограничено несколько дней. Речь идет об участке от дома номер 2 до улицы Перекопской. Проезжую часть здесь раскопали сотрудники Тюмень-водоканала. Разрушился железобетонный коллектор. Это выявили в ходе телеметрического обследования. Магистраль построили еще в середине 90-х. Чтобы не допустить провала дороги, аварийное место раскопали. Поврежденный участок в срочном порядке ремонтируют. Железобетон санируем полиэтиленовой трубой. То есть это материал стойкий к коррозии, стойкий к сточным водам. Получается срок службы 50 лет. То есть можно сказать, что проводим замену современным материалом. Ремонтные работы планируют завершить к 8 октября.